Глава Кремля Владимир Путин в ходе поездки в Израиль предложил лидерам 5 стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, срочно собраться для решения проблем мира. С таким предложением он выступил на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на ВВС. 5 государств несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, и, насколько я понимаю, увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой либо стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам, Россия готова к такой серьезной беседе. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятерки, заявил Путин. Кроме того, глава Кремля добавил, что перед пятеркой стоит много задач, которые необходимо решить. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совбезе ООН вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным. Саммит государств, внесших основной вклад в разгром агрессора, в создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы, сказал Путин. Также глава Кремля отметил, что страны-основательницы ООН должны показать миру пример в борьбе с антисемитизмом. По его мнению, эти 5 стран несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Путин также добавил, что уже обсудил эту идею с некоторыми коллегами и получил положительные отзывы. Нетрудно догадаться, что его идею уже поддержал президент Франции Эммануэль Макрона. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.